Итак, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, приветствуем вас всех сегодня здесь, на прекрасном юбилейном сольном концерте нашего замечательного друга, нашего земляка, нашего товарища и просто хорошего человека Магомеда Ибрагимова. Давайте поаплодируем. И сейчас, дорогие друзья, нам просто в легкую хочется начать нашу программу. И, естественно, начинает ее наш самый любимый и тот самый именинник, кто сегодня поет для вас, Магомед Ибрагимов. Аплодисменты. Салам алейкум всем. Спасибо заранее за то, что могли уделить время. Дуня нурли ухахес
Айваркала. Она сумеет всегда в любой компании, в любой ситуации создать такое настроение, что всем будет весело. Ну, много говорить не буду, вот вы сами сейчас в этом убедитесь. На сцене Хадижат Османова. Молодец, Хадижат. Танцевала красиво. Я думал выйти поддержать. Опоздал, пока заговорился с друзьями. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Далее на сцене заслуженный артист Республики Дагестан Магомед Кади Бахмудов. Вернулся ты к истокам изначально, Яра. Пусть будет твое утро беспечальным, мой брат. Зажжет заря над нашими горами снега. Разбудим мы даргинскими словами века. Идут года неспешным караваном звеня. Ты ждешь ли, брат, под небом Дагестана меня?
Стихи Рамадана Гаджи Юсупова поет заслуженный артист Республики Дагестан Магомедкади Бахмудов. Салам алейкум, дорогие друзья! Вам приятного отдыха! Поздравляю хочу нашего брата Магомеда Ибрагимова с юбилеем! Хочу вас тебе крепкого здоровья! Парадик Ахмад! Желающие могут танцевать. Пожалуйста, все танцуем. Субтитры сделал DimaTorzok.
Спасибо. Баркала. Здоровья вам и вашим близким людям. А нашему брату Магомеду творческих успехов. Арадих. Спасибо, Магомед Гади, от души. Спасибо за поддержку, дорогие друзья. Ну и мы продолжаем нашу программу. Далее на сцене для вас поет Пирдаус Гаджи Магомедова. «Иду к тебе», так и называется эта композиция. Давайте послушаем и поаплодируем. Забли, я рацу вода хили, лерку рахела могла, худигу се урекили, дигали ли урзаб забли, я рацу вода хили, лерку рахела могла, худигу се урекили. Марси, да об мурад уркила, даргана вала урши, он рома сурки гаргаси, уцы уршили с Марси, да об мурад уркила, даргана вала урши, дигали ли урзав забли. Я рацу вода хили, лерку рахела могла, худи гуси уркили, дигали ли урзав забли. Я рацу вода хили, лерку рахела могла, худи гуси уркили. Забли, я рацу вода хили, лерку рахела могла, худигу се уркили, дигали ли урзав забли, я рацу вода хили, лерку рахела могла, худигу се уркили. Дигали урзав забли, я рацу вода хили, лерку рахела могла, худигу се уркили, дигали ли урзав забли, я рацу вода хили, лерку рахела могла, худигу се уркили. Спасибо, Пирдаус. Молодец, как всегда, замечательно. Красиво и талантливо исполнила.
Мы продолжаем наш концерт, дорогие друзья, и следующая артистка готова исполнить для вас яркую композицию. На сцене Зульфия Рабаданова.
На сцене продолжает наш сольный концерт Магомеда Ибрагимова друг, товарищ и коллега Шамиль Гулатинский. Магомедуцы, Арабихат, живи столько, сколько Аллах тебе даст. Здоровья, брат, тебе, твоей семье, родным всем. Ассаламу алейкум. Дуния харгевию, дила у реки лизы, юарацила, сагалси потеличи. Дуния харгевию, дирихи мала бурни, арахадики. Берхила нурили, закицули ва, вирсира ахерси, хавади гайли. Вот берхила нурили, закицули ва, вирсира ахерси, хавади гайли. Мачура амрука. Харимерлам хелау тикирар вирули Машура амрука дуклумачива Харимерлам хелау тикирар вирули Шамилюцы, не уходи, да я с тобой вот так вот руку хочу пожать и спасибо тебе сказать за то,
твое творчество, за твое исполнение. От души красиво. Давайте поаплодируем. Шамиль Гулатынский. Баркалучи Рашид. Аль-Ватаби. Баркалучи. Дорогие друзья, сегодня среди друзей, среди родных, среди сельчан очень много гостей здесь присутствует, нашего брата Магомеда Ибрагимова, и в том числе тот самый уважаемый друг, товарищ и гость этого прекрасного вечера, глава Дахадаевского района Джарула Рабаданович здесь присутствует. Правильно, Магомед? Хотелось бы его отдельно пригласить сюда. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, гулаттинцы, дахадаевцы, даргинцы, дагестанцы. Всех приветствуем от нашего Дахадаевского района. Мне очень приятно в этом прекрасном зале, таким гордым названием Москва, сегодня получилось у меня поприсутствовать, участвовать в таком грандиозном мероприятии, посвященном нашему другу, нашему брату Магомеду Гулаттинскому. Я хочу сказать, что, значит, Магомед — это душа Гулатты, душа Дахадаевского района, душа Дагестана, душа даргинцев и дагестанцев. Самое главное, он очень простой, очень доступный, значит, друг. Мы его всегда воспринимаем, значит, как, в первую очередь, как друга. Потом, значит, выдающегося нашего исполнителя даргинских, дагестанских песен. От души, я, честно говоря, думал, сольный концерт, оказывается, еще день рождения. Да. От души хочу поздравить Магомеда с этим своим днем рождения. Хочу пожелать еще раз, значит, каждый год будем исполнять, конечно, а еще раз 50 лет, чтобы, значит, до 100 лет дожил здоровым, крепким. И все друзья, которые здесь присутствуют, тоже рядом с тобой были всегда, как друзья, как надежные люди. От души хочу тебе пожелать успехов и в твоей творчестве прекрасной. Ты человек очень любимый в коллективах, друзья всегда, значит, без тебя не могут обойтись, когда что-то отмечают. Поэтому желаю успехов и дай Аллах вот этому хозяину этого зала, нашему Магомеду брату тоже, азир катл им цабел сунна давла, хачгуна кумек баргибил нушаб, нушаб, значит, хат, значит, ковали калгаба. Ну, слушайте, загула, мы хотели от Дахадаевского администрации района, значит, представить тебе адрес, но сказали, у нас будет другой праздник, День культуры, поэтому там мы будем чествовать тебя со всеми нашими артистами. А сейчас, значит, от администрации, от меня лично, от Дахадаевского района, маленький такой презент. Споешь? Давай. Тогда ты оставайся на сцене, потому что люди ждут, люди хотят, люди требуют, чтобы ты исполнил ту самую красивую композицию именно сейчас. Раз Джарула Рабаданович так сказал, любимая песня Джарула Рабадановича спою. Ой, хала самаркада, шарамлара шинлара, شینی دهنه کیتا قیس ایرور زین شراب لحرو جا قیس شینی دهنه کیتا قیس شینی دهنه کیتا Oh, 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 oh
чулси, нутру нулава талици. Расшедила херси, сехрова дунья лици. Сехрова дунья лици, хейрурзи, расшедила херси. Сехрова дунья лици. Серова дунья лици. Орх на цирадши на айхо, Вагажи, Алакшини Валхули, Валтул равно милигли, Валтул равно милигли, Хей Рурзи, Алакшини Валхули, Валтул равно милигли, Валтул равно милигли. Thank you.
башала цунсайра. Хелхун ишала бирул баслашала цунсайра. Верхи хунарири мечуда шра кара. Верхи хунарири мечуда шра кара. Хечи вана бикуси верхила нор сайра. Магомед, ты не уходи, пожалуйста. Тут вот следующая артистка, которая хочет
обозначиться на твоем сольном концерте, хочет в первую очередь поздравить тебя и вручить тебе подарок. Загра на сцену. Добрый вечер, дорогие гости. В первую очередь я тебя поздравляю с юбилеем, а во-вторых, твоим первым сольным концертом, чтобы ты на этом не останавливался, достигал больших высот. Самое главное – здоровье, еще раз здоровье. Здоровье близким, всем друзьям, которые вот так, чтобы могли сидеть на наших детях, на свадьбах, мероприятиях, чтобы могли всегда друг друга поддерживать. Это самое главное. Вот небольшой тебе сувенирчик. Аплодисменты. А для вас, дорогие друзья, красивая акушинка. Сегодня, по-моему, не было еще. И на сцене заслуженная артистка Республики Дагестан Загра Магомедова. Ва-ва-ва-ва-и, ва-да-да-и, сударя, качла-ну-два.
Спасибо, баркала. Арадеш даргунтас. Спасибо тебе тоже за игра. И сейчас, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Далее зажигает на этой сцене прекрасная, очаровательная Карина. Едем далее.
сирару, амру архали дели, пикри хай пасирару, амру архали дели, зубай айу ацуби, сацали кадир кали, зубай айу ацуби, сацали кадир кали. А что так тихо аплодисменты звучали, друзья? Давайте поаплодируем громче. Раджаб Гусейнов, Магомед Шахбанов и Джамиля Раджабова. Я хочу передать этот микрофон той самой красивой, очаровательной и талантливой Динаре Магомедовой. На сцене Динара Магомедова. Вот. Давайте погромче поаплодируем, друзья. А, ты здесь.
сам играет, сам поет, сам танцует. Но сейчас, в данный момент, не знаю, как он станцует, но споет, я уверен, шикарно. На сцене тот самый легендарный, которого мы всегда называли «Человек золотые пальцы» Магомед Шахбанов и Царинский. Аплодисменты! Баркала, друзья, баркала, приятного вечера. Мои искренние поздравления нашему юбиляру. Давайте поаплодируем юбиляру нашему Магомеду Гулатинскому. Магомед Шахбанов и Царинский. Ты гигант, брат. Просто супер. Высший пилотаж от души. Давай, передавай микрофон. А мы продолжаем далее. Далее на этой сцене. Просто потрясающая и просто сияющая. Айшат Гапизова. Thank you.
Браво, Айшат Гапизова. Радиш. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прекрасный вечер. И сейчас хочется пригласить на эту сцену представителей дагестанской диаспоры города Санкт-Петербурга. Гасанов Гасан Алиевич и уважаемый Леймат Алиевич, пожалуйста, ждем вас. Немат Гасанов, выходи. Салам алейкум, добрый вечер, дорогие дагестанцы, дорогие земляки и большей части наши дахадаевцы. Красивая дата, которая называется 50 лет, самая красивая цифра в жизни. Потому что, когда исполняется 50, ты начинаешь думать, а что будет дальше? Вот нашему брату сегодня исполнилось 50 лет. Я думаю, что он, это первый этап его жизни. Когда он будет проживать второй этап его жизни, хотя почему-то он сильно посидел до 50 лет современности. Поэтому я хочу от имени всех людей, которые любят искусство, от имени всех людей, которые ценят искусство, от имени всех дахадаевцев, от имени всех ленинградцев, потому что он не один раз был в Ленинграде и давал прекрасный концерт. Поэтому я хочу зачитать один небольшой текст. Это от всех дагестанцев Петербурга, которые его любят, ценят и знают. Я думаю, зачитаю нормально. Это официальный документ, потому что если бы мне, когда мне было 50 лет, такой документ зачитали бы, я бы еще 50 лет был без проблем. Поэтому заслуженному работнику культуры Республики Дагестан Ибрагиму Магомеду Гасановичу, уважаемый Магомед Гасанович, от имени дагестанцев, проживающих в северной столице России, коллектива представителей Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, и от себя лично хочу поздравить вас с 50-летним юбилеем. За столь небольшой, но по зимним меркам отрезок времени у вас сложилась яркая биография. Выдающийся певец, вы вносите большой вклад в развитие дагестанской и российской культуры. Это писали коллективы работников. Ваши выступления сопровождаются большим зрительским успехом, получают высокие оценки коллег, служат сохранению и популяризации музыкального наследия. Вы живете интересами своей республики, и дагестанский народ платит за это благородство. Хочется, чтобы вы дарили слушателям как можно больше счастливых минут общения с великим искусством. Желаем вам, уважаемый Магомед Гасанович, счастья, здоровья, долгих лет жизни и творческого успеха.
дагестанцы Петербурга, Ленинградской области. И я думаю, Немат пару слов добавит. Ну, конечно, добрый вечер еще раз. Я тоже хочу добавить. Я думаю, что можно добавить после таких слов? Безусловно, Магомед Гасанович. Мы тоже Гасановы, на всякий случай. Это наш легендарный брат. Это человек, который всегда носит радость в каждую семью, на каждой свадьбе, на каждом мероприятии. Это очень скромный, замечательный наш брат. Поэтому мы сегодня безумно рады сегодня находиться в этом замечательном зале. Посмотри, сколько здесь народу. Посмотри, как тебя любят. Это говорят о многом. Поэтому мы сегодня безумно рады поздравить тебя с таким замечательным юбилеем. Я хочу сказать, что каждый мой 5 лет он приезжает в Санкт-Петербург, поздравляет меня в Ленинграде. И для меня это большая честь присутствовать сегодня в этом замечательном мероприятии. Ты великий сын своего народа, великий улатинец, сырхинец и дахадаевский наш район, который прославляешь везде и вовсюду. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить всех друзей, которые сегодня пришли поздравить нашего Магомеда Гасановича. Давайте мы еще раз поаплодируем и поздравим его с такой замечательной датой. Поэтому за Магомеда Гасановича трехкратно ура! 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 С юбилеем, брат мой! Безусловно, подарок. Но я, честно сказать, не стал скрывать его. Здесь скромный, но питерский подарок. Я не стал, потому что домой надо донести, чтобы не испортить. Потому что это тонкая работа заслуженного художника России Фролова Владимира Сергея Ивановича. Поэтому он просил еще раз, он там тебе написал, и я вот вручаю лично от себя. Аплодисменты. Ура, товарищ, еще раз. Я думаю, Магомед, когда ты посмотришь на эту картину, ты сразу песню сочинишь. Однозначно. А далее на сцене Магомед Ибрагимов. Her an çehebi
Pashman diatli pashmani rulura Murtara hachila pikri guli Nune hachi karati amaro gur gulura Murtara hachila pikri guli Nune hachi karati amaro gur gulura Вот оранда не замкадал
ялы тули, лагала комлечи, виса дашуни. Цогаран тани завкадалы тули, лагала комлечи, виса дашуни. Цогаран тани завкадалы тули, лагала комлечи, виса дашуни. Браво, Магомед! Рашид Ацу, можно пару слов сказать? Дорогие друзья, у нас здесь присутствует представительство Акушинского района, Сверхного Сырга. И есть наши очень близкие друзья тоже из Акушинского района. Лице нашего спартакуцы и Магомеда. Я хотел бы увидеть их буквально рядом со мной здесь, если можно. Салам алейкум, дорогие друзья, уважаемые дагестанцы, даргинцы. Я очень рад сегодня здесь присутствовать с моими друзьями, с нашими акушинцами, тем более нашими соседами дахадаевцами. Мы недавно, в прошлом, когда собрались, так-то как спонтанно решили. Сперва думали Магомеда, нашего брата, день рождения, юбилей, это полвека, то, что он прожил, то, что Всевышний дал ему прожить, отметим у него дома. Мы так посчитали нужным, что не поймут наши дахадаевцы во главе с Жарулла Рабадановичем и остальные наши друзья. Давай всех соберем. Он всех радует, когда наши мероприятия, когда наши хорошие моменты в жизни. Жаль, конечно, приходят и плохие моменты в жизни. Но больше нас радуют такие братья, как наш друг Магомед Волотинский. Поэтому мы посчитали нужным здесь, в Каспийске, в Москве, собрать всех наших близких и отметить его юбилей. Я хочу поздравить нашего брата Магомеда с этим прекрасным днем, пожелать ему здоровья и благополучия, чтобы всегда в Дахадаевском районе, в Акушинском районе, в частности у нас в Сургинском направлении, чтобы у каждого дома царилось благополучие, счастье, свадьбы, мероприятия, день рождения. Хочу, брат, тебе поздравить, пожелать самого-самого наилучшего. И моему другу колхозу тоже, Магомеду, пару слов сказать передам. Он тоже тебя, наверное, поздравит. От всех сургинцев, от всех акушинцев, от всех наших братьев. И, конечно, от главы города Магомеда Сулеймановича мы хотим тебе поблагодарить, что ты у нас есть, и поздравить с сегодняшним юбилеем. Баркалавр. Да, уважаемый Магомед, тебе сегодня 16, наверное, да? Мах! Могу я тебя махом назвать? Если одна мать родит у тебя селение, сына, пусть на тебя она похожая будет. Детка Вуцци, за тебя! С праздником тебя! Детка! Ильва Хандан с маленькой патриотической песней. Они уврану окес, акайчила Дагестан. Акайчила Дагестан. Газику моха нира, хайдакла уцмелира, хайдакла уцмелира. Сирхала дугур татсин, надир шахла аскуртас, надир шахла аскуртас. Ани у
ремень, шушки дуга дарим. Кани убрану агэс, агай чилаба тирай, агай чилаба тирай. Кади хили Касили чулан чугур, ахли далай дель чама. Ани урату смаклав, укалахала дошли, укалахала дошли. А я дерется кесили, а я лаук пазак лишил, ворпек из дорога качу. Шарка дилаша, саурчи дут лагуни, саурчи дут лагуни. Кани ура, аваке, хачи сикас и кули, хачи сикас и кули. Хушала, аминда, кай-кай чихала джузи, кай-кай чихала джузи. Хушала алимда, кай-кай чихала джузи, кай-кай чихала джузи. Ах ты гузала ватан, жангал узбала алажан, верха бихуда биста. Загалор слава Аллажан, верка бегу до Гиста. Браво, браво, еще раз браво. Аплодисменты. Магомед Ибрагимов. Не отпускаем его со сцены, не отпускаем. Я вообще сейчас отдельно хочу его поблагодарить за его активное участие не только вот в жизнедеятельности всего человечества, где он общается с родными, друзьями, а вот его отдельное активное участие в этой прекрасной группе, где он обозначает себя каждое утро в 6 часов, 6.00. Он играет в волейбол, да, он играет в волейбол и всех будет в группе. Группа «Божни», легендарная группа «Божни» сегодня здесь присутствует. Я хочу их всех пригласить сюда, во главе с администратором нашим уважаемым, да, Минатуллой Нефтекумским. Минатулла Нефтекумский, администратор этой группы, приглашается на сцену. И далее за ним группа «Божни». Аплодисменты! Ва алейкум
это персональный заказ Руслана. 4 бокала пива на сцену. Все в сборе. Минатула! Где Минатула? Арсен? А, он здоровается еще. Ну правильно, он же каждый день с Нефтекумска сюда не приезжает. Давайте, давайте, на сцену группа «Божни». Руслану уже плохо, срочно 4 бокала только ему одному. Уважаемый Минатулла, ты как администратор этой группы, ты как руководитель, который вот бываешь на каждом празднике каждого из этой группы, представляешь каждого, да, отдельно обозначаешь каждого. Сейчас вот это вот почетное право тебе предоставляется поздравлять вот этого нашего брата, друга, да, и закон, да, законного божниста из группы «Божни», да? Ассаламу алейкум, добрый вечер. Многие, наверное, задумываются о том, что почему группа «Божни», но это долгая песня, не каждому объяснит. Но, в общем, наш Мухаммад, сегодня у него юбилей. Сегодня он юбиляр, 50 лет. День рождения нашего Магомеда и концерт его сегодня. Давайте аплодисменты, аплодируем сегодня Магомеду. Очень прекрасный, мужественный, хороший, прекрасный семьянин. Я его давно знаю, очень даже. Вот мужчина с большой буквы, а божни вот все вот стоят рядом за спиной. Мужественнее, красивее. Вот. Желаю нашему брату долгих лет. Как русские говорят, долгое лето, долгое лето, да, говорят, долгое лето. Хата радишутся, ахдиш, творческих успехов. Хала арадиш, хала кульпетла арадиш, разидиш, ахдиш, хала урчила мурад. Хатвик контирабатаб, хвик контирабатаб. Сегодня не то, что наши дагестанцы собрались, даже с Петербурга наши братья приехали. Гасановы. Я тоже Гасанов. Гасан Алиев. Так, Немат Гасан Алиеви. Поэтому все со всего округа, со всего Советского Союза не скажу, но со всей России, но собрались. Уважаю тебя, друг мой. Хатарадиш ахдиш, творческих успехов. Разидиш ахдиш, наши божни, вот эти божни, которые вот стоят за спиной. Поздравляю тебя с днем рождения, с 50-летием. И все вместе. Иншаллах. 20 августа этого года дело юбилей себе. Нефтекумске встретимся, иншаллах. Поэтому, как говорил великий Якубович, да, сказал Минатулла Нефтекумский. Арадиш отцы, арадиш, мы желаем тебе всего самого-самого хорошего, долгих лет жизни. Мы, конечно же, понакупили там некоторые подарки нашим юбиляру. Не знаю, сейчас время, да? Да, вот самое время вручить эти подарки от нашей группы «Божни» нашему Магомеду. Итак, подарки в студию! Ура! Аплодисменты! Так, давайте, давайте, по очереди, по очереди. Минатулла, вручай, давай, вручай, по одному. Это инструмент, струнный инструмент. Я так думаю, да. Вот это вот. Прекрасный струнный инструмент, пандур. Прекрасный пандур, да?
У тебя есть друзья аварцы? Есть. Если есть аварцы, я думаю, что они придут, когда-нибудь зайдут в гости. Гости, вот. Вот. Приготовишь аварский хинкал, да, и сыграешь на этом будет инструменте. Будет играть пандур. Вот тебе пандур, друг. Аплодисменты. О, это чисто народный вот инструмент. Вот это вот чисто народный музыкальный инструмент. Кумуз называется, да? Кумуз. Кумуз, да. Кумуз. Кумуз чисто дагестанский инструмент. Можно и по-даргински, и по-аварски, и по-кумыкски. Кумыкски. И... по-всякому, да? Да, да. Пусть у тебя будет дома, я когда приду в гости, буду кумуз играть. Пускай это будет подарок, друг мой. Ура! Аплодисменты. А вот это вот... вот это вот гитара. Фигура... скульптура, изображающая фигуру. Я, конечно, я честно скажу, я открытый человек, я без обмана. Я гитару не умею играть. Но если вдруг кто умеет играть гитару, если кто зайдет в гости нашему Магомеду, кто умеет гитару играть, прошу в гости к Магомеду. Любить и жаловать. Прошу любить и жаловать, Магомед. Только, Магомед, когда с аварцами будешь отдыхать, не превращайте гитару в ударный инструмент. Тем не менее. Язык махлахуну. Ничего подобного. Хунди должны терпеть. Когда настоящий мужчина есть, жены должны терпеть. Ура! А тем не менее, я очень рад, я очень горд. Я сам со Ставропольского края. Если будете в гостях в Нефтекумске, я в любой день и ночь готов вас встретить. А что касается нашего юбиляра Магомеда, дай Аллах ему здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов, хала арадиш, все. И теперь, Минатула, я хочу сказать пару слов. Вот готовясь уже к твоему юбилею, группа Бажни договорились приготовить гимн. Бажновский гимн будет отдельный. Договорились? Аратамру. Сейчас микрофон мы передаем Арсену Гасанову. От группы Бажни Арсен Гасанов продолжает нашу концертную программу. Аплодисменты, друзья! Вот она, легендарная группа Бажни. Вы теперь их всех увидели. Да. Ну, у нас еще чуть больше, конечно же. Некоторые по некоторым причинам не пришли. Арсен Гасанов продолжает наш концерт. Салам алейкум, всем приятного отдыха. От души дархав.
Маркала, спасибо. Арсен Гасанов. Григорий Лепс, Даргинской эстрады. Однозначно. И далее на этой сцене та самая прекрасная, очаровательная, потрясающая и народная любимица всей Руси, как я говорю. Базилат Амарова. Устали, да? Девочки, может, поддержите меня? Чё ты тихо сидим? Веселее! Холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил. Окном чуть дыша, бедный.
вспоминал и всерьез свою жизнь для тебя превратить в цветы. Все вместе, друзья! Спасибо, Тамарова! Ну, а на удар голоса. Спасибо, спасибо. Най-най. Продолжай. Спасибо, друзья. Мы продолжаем наши танцы. Спасибо, Тамарова. Ей аплодисменты отдельные. Далее нашу программу продолжает Хузаймат Ибрагимова. Зажигаем. Ritmo, el sabrí.
Мы продолжаем наш концерт и далее готовы исполнить для вас самую яркую зажигательную композицию. Наша прекрасная Самира Омарова. На сцене Самира Омарова продолжает. О, нормальные диски пошли, правильно? Танцует сила. Самира Омарова. Дорогие друзья, мы продолжаем танцевать, продолжаем наш замечательный концерт. И далее на сцене тот самый талантливый, тот самый
веселый и тот самый зажигательный. Багамет Раджабов. Ура! Спасибо. Браво, Багамет Раджабов. Вот видишь, Уцила, когда ты пел, все четыре этажа танцевали. Дорогие друзья, пользуясь случаем, я хочу отдельно поблагодарить тех самых спонсоров этого концерта, в том числе и генеральных спонсоров этого замечательного концерта, нашего друга, нашего брата Магомеда Ибрагимова. Они являются спонсорами коллектив и руководство «Люкс Алка» во главе с генеральным директором, заместителем и руководителем. Благодарим «Люкс Алка» за то, что они сегодня поддержали этот концерт, и представителя просим подойти сюда.
И вот отдельно хотим тоже поблагодарить тех самых генеральных спонсоров и участников. Это магазин «Дипломат», город Избербаш. Директор, руководитель. А, вот они здесь. Благодаря вам сегодня наш Магомед так элегантно выглядит. Да. Вам отдельное спасибо. Вашего руководителя тоже просим сюда. Люксалка. Валикум салам. Ассаламу алейкум, дорогие дагестанцы. Сегодня великолепный вечер. Вечер творческий нашего брата Магомеда. Я тебя поздравляю, брат, чтобы ты еще 50 лет прожил, 50 лет радовал. А всем, кто в этом зале сегодня, я хочу, чтобы на то столетие, что все собрали силы и была возможность собраться в этом зале еще раз послушать тебя. Поздравляю, брат. Всех благ тебе. Поздравляю тебя, компания «Люксалка», официальный дистрибьютор компании «Алкотор». И отдельные аплодисменты. Дорогие друзья, мы продолжаем наш замечательный, прекрасный концерт. И далее на этой сцене готова исполнить для вас самую зажигательную композицию наша прекрасная, талантливая и очаровательная Эльмира Аминова.
Музыка народная, слова Аминат Абдулманаповой, исполняет Эльмира Аминова. Ох, ва баба и ва баба и жан бехляра шаладеш. Эльмира Аминова, браво танцующим. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Я вижу, у всех хорошее настроение, все хотят танцевать. Давайте выйдем на танцевальную площадку, немного поддержим нашего Магомеда, немного поддержим свое настроение и продолжим наш праздник. Далее на этой сцене очень талантливый, очень, скажем так, вот он, Абакар Курбанадамов. Продолжает наш концерт. Всем ассаламу алейкум, друзья. Хочу... Ассаламу алейкум, еще как дела? Давно не виделись, Мустат. 500 рублей. Нормально все. Хочу поздравить нашего Магомеда Ци. Магомеда Ци,
Алажанда, от всей нашей группы, от меня в том числе, хочу пожелать тебе здоровья и счастья, уже тебе пожелали. Хочу пожелать, чтобы тебе всегда было комфортно в любом месте, в любой компании. Алажандат Магомедовцы, дай Аллах здоровья твоей семье, твоим друзьям, кто пришел поддержать. Друзья, самое главное сегодня для него, это чтобы вы поддерживали. Давайте все выйдем на танцпол, раскачаем этот зодица. Легкая импровизация, друзья, специально для вас. Разжигаем. Рашид, помоги мне, брат. Асала на эрдиги, эбзиро ни диги, он юргарова шуди, эшвай гизиги, эй да, да-да, эшвай гизиги, мэри да-да. Асала на эрдиги, эбзиро ни диги, он юргарова шуди, эшвай гизиги, мэри да, да-да, эшвай гизиги, мэри да-да. Мэри да-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 
Танцуйте, братья! Танцуйте, братья! Urki duran se urki sigri ukan mi urki da hada hadi ahiri sari hera dada ahiri sari hera urki duran se urki sigri ukan mi urki da hada hadi ahiri sari hera dada ahiri sari hera hera dada hera dada hera 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 so hera dada hera dada hera dada hera dada What is all I'm gonna do?
Абакар Курбанадамов, Рашид Магомедов, группа Арадеш, ОРТ, Первый канал. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, если есть в Дагестане самое хорошее мероприятие, самый хороший вечер, это сегодня, благодаря нашего брата Магомеда Ибрагимова. Пускай такие вечера, такие приятные моменты побольше и почаще присутствуют. Исключительно таких братьев, как наши братья Ибрагимов. Я вчера прилетел, мне сказали, что сегодня концерт. Ну, просто думал, приду, послушаю нашего брата. Оказалось, сегодня настолько скромный наш брат, ничего не сказал о своем совершеннолетии. Сегодня он проходит сегодняшнее совершеннолетие. Магомед, достойный, красивый, мой младший брат. Если есть в этом Дагестане правильный, красивый, достойный брат, достойный семьянин, достойный сын своих родителей. Алло, алло, что за шум? Алло, алло. Значит, если люди говорят и отдыхают, это очень правильно сделал Магомед. Значит, сегодня внимание всех не заслужишь. Но что делать? Кто слушает, тот слушает. Магомед, мой младший братишка. В этом человеке сочетается все. Достойный сын своих родителей. Достойный брат для своих братьев. Достойный отец для своих детей. Я знаю его семью прекрасно. Но все это хорошее, приятное сочетать и быть при этом талантливейшим. Самым талантливым быть и при этом быть таким скромным, это присуще только нашему Магомеду. Магомед, я не знал, что сегодня у тебя юбилей. У тебя только начинается жизнь. 50 лет начинается жизнь. До 50 человек осматривается, а после 50 начинает жить. Вот сегодня Магомед начинает жить. Дорогие мои, если вам в жизни предстоит дорога какая-то, как сегодня в комплекс Москва прийти, нашему, моему младшему брату Магомеду прийти, тяжелее, гололеднее,
и, как говорится, труднее, чтобы в жизни не было. Если вам предстоит вечер, как сегодня, хуже, чтобы вашей жизни не было. Есть предложение выпить и поздравить нашего брата Магомеда. Я только сегодня узнал, я пришел как на юбилейный концерт. Оказался юбилейный день. Магомед, младший брат, мы тебя поздравляем. Ты заслуживаешь самые большие, самые искренние, самые правильные поздравления. За тебя, брат Магомед, и подарки, оказывается, за нами. Мы не знали, что сегодня такой день. Дорогие мои, за Магомеда и за его талант, равных в этом Дагестане, я всех люблю, я всех уважаю в талантах, но лучше Магомеда мало есть среди даргинцев. Дарха Магомед. От души, Арадеш. Замечательно. Магомед, ты с Багандом можешь. Я с Багандом всегда могу разобраться. Это наш старший брат. Вы не поверите, этот человек, многие, наверное, не знают. Это очень великолепный человек. Вы представляете? Это все потом скажете, да. Кто такой Баган. Да. Вы запомните, он Сулейманович. Баган Сулейманович. Я много не буду говорить. Мы дальше продолжим наши песни, наши танцы и наш концерт, дорогие друзья. И далее на сцене Шарип Саидов продолжает. Ассаламу алейкум, добрый вечер, доброй ночи. Желаю всем приятного отдыха. Поехали, зажигаем. Опа!
шуле, голова дела дарганте, а нуле зе бахате, а на столе дергули, разделе вода шуле, голова дела дарганте, а нуле зе бахате, а на столе дергули, разделе вода шуле, голова дела дарганте, а нуле зе бахате, а на столе дергули, разделе вода шуле, голова дела дарганте, а нуле зе бахате. Продолжаем. Далеко не расходимся. Еще одна композиция. Веселее! Ну сыра, даем на хэти херлира, уркила, телерил ты хуми, на хэти дурези гура, и кайла, дардизим, ну сыра, даем на хэти херлира, уркила, телерил ты хуми, на хэти дурези гура, заклите все зубари гунари, зубарди ургавцы базгунари, и что ваша сыца психонира, шала вирус и отвердила. Заклите все зубари гунари, зубарти ургавцы базгунари, и что ваша сыца психонира, шала вирус и отвердила. Ну сыра, да им хедер хила шура, аж ризи, ну навзица гайа, уркила мурадра арга, карцайла, сумлизи, ну сыра, да им хедер хила шура, аж ризи, ну навзица гайа, уркила мурадра арга, заклите все зубари гунари, зубарди ургавцы басгунари, и что вашу сица психонира, шала вирус и отвердила. Заклите все зубари гунари, зубарди ургавцы басгунари, и что вашу сица психонира, шала вирус и отвердила. Артур Садчика! И жну вашу сица психонира, шала вирус и отвердила. Заклите все зубари гунари, зубарти ургавцы басгунари, и жну вашу сица психонира, шала вирус и отвердила. Заклите все зубари гунари, зубарти ургавцы басгунари, и жну вашу сица психонира, шала вирус и отвердила. Заклите все зубари гунари, зубарти ургавцы басгунари, и жну вашу сица психонира, шала вирус и отвердила. И жну вашу сица психонира, шала вирус и отвердила. Большое всем спасибо. Слово спасибо нашему ведущему. Спасибо, Шарип. Дорогие друзья, далее на сцене те самые легенды. Легенды даргинской песни. Дядя нашего Магомеда Сулай и Магомед Шахбанов аккомпанирует.
Далее, дорогие друзья, на сцену приглашается Золотой Магомед. Аплодисменты нашему Магомеду. Дорогие друзья, счастья вам, Магомед! Поздравляйте с юбилеем! Тебе творческих успехов! Море дорога,
нас дома рагалин, но не берем нам сына. Спасибо, Баркалан, Магомед, я тебе поздравляю. Легендарный Золотой Магомед. Набра Дигулла Дигайн. Баркалан, спасибо. Дорогие друзья, здесь присутствуют те самые близкие друзья нашего Магомеда Ибрагимова, именно коллектив волейболистов, вот лагуновские друзья, которые вместе с ним каждое утро тренируются, отдыхают. Лагуновские друзья, хотелось бы вас пригласить сюда. Имин, старший брат Имин, во главе с президентом, приглашаются все лагуновцы сюда. Иминовцы! Студию! Под наши аплодисменты! Все понятно. Один на сцене, остальные, как всегда, на защите. Валейкум салам, именно от души. Приятно вас видеть. Я передаю вам микрофон и слушаем. Баркала там, да? Ассаламу алейкум! Даркула, Дагыстала, Жамят. От души, от всех лагуновцев, от всех спортсменов поздравляем нашего брата Мамада с 50-летием, с днем Татьяны. Пусть побольше у нашего Мамад-брата еще три раза по 50 лет.
Дер кавай дак не кавай. Айту байт. Музыку студию. Так, сначала вручаем презент. Отдельный от лагуновцев. Да. И вот лагуновцы, почти вся команда в сборе. Алейкум салам. Всех приветствую, всех рад видеть от души. Для вас отдельная музыкальная композиция. Айвас Зураб. Раджаб, ну, я так понял, без твоего участия не обойдется в любом случае. Зураб. Председатель правительства, да. Ассаламу алейкум, рашидовцы. Гармал Атамада, уважаемые ведущие. Ведущие всего красивого мероприятия. 19-й год на самом деле только открылся, потому что такая атмосфера нигде в мире нету, который как сегодня в этом зале присутствует. Давайте похлопаем за это. Там, где латинцы, там, где дахадаевцы, там, где даргинцы и все остальные чистые люди Дагестана, лучшая атмосфера сегодня. Я вас всех приветствую. Мамадуцы. Мамадуцы. Мой младший брат. Семья Ибрагимовых – это лагуновская семья. Они все воспитанники. Все воспитанники именно с общества неограниченных возможностей Лагуна и его друзья. Давайте за это похлопаем. Неограниченные возможности у нас. Мамадуцы сегодня яркий представитель, который представляет наше общество на музыкальном олимпе. Это чистейший парень, который просто красиво поет и как... Не понял. А голь сам чуть позже, пока даргинцы говорят. Поэтому я продолжу. Магомед — это не только яркий музыкальный олимп владеет. Он и в волейболе такой же активный, ярчайший. Хотите с его ростом нападающий, хотите с его ростом защитник, хотите разводящий. На любом поприще этот человек гигант. Талант дали этому брату, и талант этой семье. А семья — это латинцы, которые сегодня всех, которые в зале присутствуют. Хотим поблагодарить латинцев за поддержку, за красоту. Похлопаем за латинцев. Молодцы. Шикарно. Я, Ануэр, поднимись, пожалуйста, сюда. Поднимись, пожалуйста. Уникальная, красивая семья лагуновская. Это здоровое общество. Это утром здоровается, даже с женой не попрощавшись, с друзьями здороваются. Они теплую постель жену оставляют и выходят на холодный. Вот завтра утром все будем там. Иншаллах. 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 И после этого, завтра после обеда, будем Мамадуцы говорить. Мамадуцы, с праздником тебя, с праздником всех дахадайцев, всех праздником даргинцев. Я передаю слово традиционные чуть позже будут, традиционные, да? Собрались, да? Я Анверу, нашему брату, который так ярко влился в этот коллектив, который красиво умеет регулировать все, что происходит и в городе Герои Каспийске, потому что где мы сегодня отдыхаем, спасибо всем, кто организовали этот концертный зал. Анвер, тебе слово, брат. Ассаламу алейкум, уважаемые дамы и господа. Я от лица всего агульского народа, джамаата, хочу поздравить нашего брата Мухаммада с 50-летием. Дай Аллах, сколько Всевышний ему наделил, дай Аллах, что мы ему вот это то, что 50 лет, 100 лет, то, что ему Аллах выделил, здоровье, чтобы у него было, счастье, чтобы у него было. И также, чтобы все лагуновцы были рядом, близко. И от лица всего агульского джамаата хочу поздравить нашего брата Мухаммада с 50-летием. Я тебе желаю здоровья, счастья, благополучия тебе, твоим
родственникам, родным, близким, а также нашим лагуновцам. Хай вы! Так, дух набрали. За легендарную Россию. За нашего брата непревзойденного юбилейного брата Магомеда Гулатинского Терехарбузского. За Россию и за легендарную женщину Айсала Патима, ровно традиционные. Ура! 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 Песни! И дорогая не узнает, какого парня был колец. И дорогая не узнает, какого парня был колец. Дерхам! Дерхам, мамауты! Какой у маги был конец, да? На сцене... Если можно, один маленький танцевальный для наших лагуновцев. На сцене музыка играет. Daim havi kulranu sen vaşu sinaili fikri her ul kulidi öler simakilizi devasu ruhlu sen vaşu sinaili fikri her ul kulidi ay vadila 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 ay vadila vadila suba mukaradila ay vadila vadila sutara humadila ay vadila vadila suba mukaradila yesa Nazmurtalu kulunaba Sen ulati sadarim ki Sütü her okulun ehu Dikkat için aha var Nazmurtalu kulunaba Çizmakı sadarim ki Sütü her okulun ehu Ay vadila vadila Sultanahım var dila Ay vadila vadila Duba mukara dila Ay vadila vadila Sultanahım var dila Ay vadila vadila Duba mukara dila Ахин давай бикуси, вадила булбулчада. Адер хайчи дила кас, бурагу халаба. Адер хайчи дила кас, бурагу халаба. Ай вадила, сударахул вадила. Ай вадила, суба мухара дила. Ай вадила, сударахул вадила. Ай вадила, вадила. Suba mukara gila, ay vadila vadila, sudara humadila, ay vadila vadila, sudara humadila. Спасибо! Замечательно, лагуновцы, отлично! Дорогие друзья, вы все знаете, я родился... Вырос в селении Гулаты. Я хочу предоставить слово. Хотел бы рядом со мной, чтобы он был. Главе Дахадаев скоро. Главе селения Гулаты. Магомед Ильясович. Брат. Алазионбат. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, чтобы постоял. Не буду много говорить о себе. А,
еще плюс к этому я хотел бы увидеть здесь Магомеда Раджабова, наш академик, аспирант. Я хотел бы его тоже пригласить. Магомед Раджабов. Ассаламу алейкум. Урматла жамиат, урматла юлашине. Либель нишала, махамалла, мероприятие поддержат баркамси юлашине. Дела гулаттала жамиат. Действительно, там очень приятно собирать, что Каспийского шоу-лица, Москва, развлекательный комплекс, что его на прекрасное мероприятие проверчивши. Магомед, ну хадыква, Ибрагимов Магомед, потому что Магомед Хулас Баркала, дела Шишанте, Нишала Сирхала, Дахадаевский жамиат, цокли, мулугли, его на мероприятие давно шауртаться бачиды. Цакли нишла адимте дубла халкли бик кулди гуна мероприятие шауртаться бик хобле. Ухара лидера очевид сунесате иберс битагурси мероприятие. Как нишла халк ишту барта кибле. Куал разили. Бул куне далай каби кулденне. Магомед либели ишту каби жиб тала шалтиркара. Дила шам тала жамиат ла шалтиркара. Ад хулас баркала. Потому что ал хулас нишла ишту каби жиб салим тай разидих бар кибле. Ихтала мулук дих, разидих, али чтобы исполнить баркебде, али ихтала уркелеблебил битагурде, Магомед хулас баркала. Во вторых там бурсибикан себе Магомед Ибрагимов удалис, здесь то очень даже близко ахле волхан садмисе, ихтала кульпет Ибрагимов хала, очень даже шилицы, не только шилицы, нишала сирхала, да хадаевский район тип цакле хорматла. Хуасы адим талуркабсы уважение целахасы семья себе. Любой улаттан, любой район адмитцы харбе галле очень даже многодетный, много такой уважаемый, хорматла, ламусла, дех далайчила, такой любой вали ахли итты кабитцы жамеат себе, семья себе стала. Магомед дер хаварды, один из таких людей у Магомед усайды. Дер хавли билалли, арадих я Аллах, нишала Магомед. Магомеда конечно шишаметла, адим тай хитте бути, бачим садим тай хуласи баркала. Очень даже приятно садишти вер каждый замана, куале разили, нишала дубурла халк садишту, шаарати русабу кони эркаби хобзе. Имерла нишала Магомеда мер прияти, либи туркара кабу коништу, куале бур хабул конде, разил расабде. Ихтала шалтирка, дела шалтирка Магомеда хулас баркала. И цахати гуна там бурсиби кулда Магомед. Алла Шилицем Алла Халратев, Кульбетратев, Алла Кульберетев. Дам Дила Шалцирка, Алла Хитайкунс, Хажи, Дила Шалцирка, Шилицем, участок Рабирха, у Катахадуриджи, то Кульбердарке. Дер Хавлибра Леорадех, Разедих Алла. Вы видели, да, какие вот спортсмены, которые очень многое достигли, они очень краткословные бывают. Этот человек двукратный чемпион Дагестана по ушусан, да, кикбоксингу. Он даже вот настолько, когда рядом со мной стоит старший брат, как он, Магомедовцы, ты очень такой наш брат, который все, что в Дагестане, не только в Дагестане, в Дагестанском районе, ты многому дал многое. Я не буду многое говорить, Магомед, баркала тебе, что у нас такой ты брат есть. Дорогой Магомед, мы твои друзья, твои родственники, твои сельчане, улатынцы, твои сыргенцы гордимся тобой. Пусть ближайшие 50 лет как минимум еще так же ярко твоя звезда на небосклоне дагестанской эстрады так же высоко и ярко пусть горит. Магомед, мы сегодня видели весь зал полный, переполненный твоими друзьями. Друзья из бизнеса, друзья из власти. Для них это легко в таких мероприятиях участвовать, потому что бизнесмены могут ключи от машины кинуть. Вот властные структуры администрации, пожалуйста, ордер на квартиру или как там выразился, участок, да, она равноценна.
Вот намного сложнее для ученых, но все-таки мы нашли выход из положения, и мы решили тебе вручить гарантийный сертификат от Центра геномных исследований Академии наук, Российской Академии наук и Дагестанского медицинского университета. Ты будешь в числе тех дагестанцев, чей геном будет расшифрован полностью. Когда-то мир расшифровать вот этот полностью геном потратил 15 лет жизни и 10 миллиардов долларов. На сегодняшний день научно-технический прогресс так сильно продвинулся вперед, что мы это делаем за несколько месяцев, и это обходится $2000. Это центр возьмет на себя, вот тебе подарок. Мы определим, иншаллах, твои гены, которые поют, твои гены, которые радуют народ, твои гены, которые... Вот, твое имя на самом деле, вот не поверишь, это не комплимент, а это правда. Это символ праздника, Магомед, это символ веселья и радости. Дай тебе здоровье, чтобы и дальше радовал сердца, души твоих близких, сельчан и всех даргинцев, и всех дагестанцев. Баркала, Магомед. Вот сертификат. В течение года, следующая встреча, мы поручим тебе и вручим тебе расшифрованный геном. Баркала, баркала. Нашего брата Магомеда признали лучшего генетика России. Так что остается только спеть песню. Больше ничего не скажешь. Расул Рамазанов на сцене. И далее двигаемся. Ма
И вот сейчас Руслан Курбанов. Руслан Курбанов из легендарной группы «Пожни» готов исполнить. Арадеш! Уарабанцы! Руслан Курбанов, дорогие друзья, и следующий музыкальный подарок по просьбам всех карбукцев звучит для вас, Рустам Курбанадамов. Ассаламу алейкум, дорогалаба дурти, ушабсары дил ассалам, карбукла ахти гузни. Yes, ma.
Дила карбу клашан ти Дел хаба да акда аба Амру лира дел каба Дусма лира дел саба Дила карбу клашан ти Ассаламу алайкум Даргала бахадур ти Хушам сар дил ассалам Карбу кла ахти гузни Шнозили дев шлади бити, хули бубу забал гунити, нахвази хакабуци бити, духаба карбу канти. Шнозили дев шлади бити, хули бубу забал гунити, нахвази хакабуци бити, духаба карбу канти. Ассаламу алейкум, даргала бахадурти, хушам сардил ассалам, карбу кла. جان در خواب دنیا لیس مشهور بی آب دلش دلش شنتی خبالا قربو کنتی امرو در قب جان در خواب دنیا لیس مشهور بی آب دلش دلش شنتی خبالا قربو کنتی السلامو علیکم در گلابا هدورتی خوشم سر دل السلام قربو کلا احتی Ассаламу алейкум, даргала бахадурти Хушам сарен дил ассалам, хальбукла ахти гузни Дам! Народ и шунда Баркала Баркала кинаваниш, но шалам амматцы, именинник Магомедуцы, я не смогу не поздравить тебя Так как мы уже много лет вместе работаем Ну шо ламец да бургарейдус? Ну шо ли дакиль цулха да деркунра? Дакиль шинда дерчивра? Уркатила дэч запиваттир гуля. Я думаю, в дальнейшем тоже будем жить дружно. Хайт арадиш, шо цаля айдус? Без капитального ремонта. Арадиш маматцы. Да, и... Прошу, цепай. Магомед, давай. Yes, sir.
чем саргаки рануни, давай или дуньяра, ракилина чи хеван ургивана варили, чем саргаки рануни, давай или дуньяра, ракилина чи хеван бана варили вар ибхали усари лем журхали дахтири калабидун я личир дахшалали хулгули вар ибхали усари лем журхали дахтири калабидун да шалали хукули. Все варки все. Слава Богу.
я бузу Zali Şalat Dilizim Umur Bir Har Zali dar gantaze le birina don yalamaz habiriz dar gantaze Дорогие друзья, Баркала Ливлали. Бурсивик Куланишала Дубурла Мецли. Ашерурк Анзамана. Ашала лице вас. Я вижу тех людей, которые те цените. Те ценности даргинской песни. Я вам очень благодарен. Баркала вам. Была бы у меня такую возможность, или
Да, в кругу таких друзей у меня очень большие возможности. Я не об этом говорю. Я вас хочу видеть всегда на больших таких мероприятиях. Баркала вам всем. Вы все сливки общества, которые вы понимаете, которые хотите услышать истинно даргинские песни. Я за вас горд, я за вас рад. Мои даргинцы, мои друзья, мои сельчане, мои близкие, спасибо вам огромное. Я не говорю до свидания, до новых встреч у тебя. Баркала бихавашим, что вы меня поддержали вот так. Я очень люблю вас.